Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду? Не веришь? Ну подойди к зеркалу, посмотри на свою мрачную рожу. Разве может венец творения, высшее создание Божие, иметь такую мрачную харю? Почему тебе так плохо, если ты вообще такой умный, такой прям весь свободный, тебе вот на все начхать, ты сам все знаешь? Чего же у тебя такая рожа несчастная? Потому что ты в аду, сынок, в аду, ты не знаешь радости, ты мертв, тебе тяжело, тебе противно, тебя все мучает, тебя раздражает люди, мухи, тебя раздражает жара, тебя раздражает дождь, тебя раздражают политики, тебя все, все, что есть, тебя раздражает, мучает. Тебя мучает папа, мама, дедушка, бабушка, соседи, Путин с Медведевым, Барак Обама. Все тебе тяжело, противно, тебя ничего не радует. Даже соловьи тебе спать мешают. Потому что ты хочешь от этого куда-то уйти, куда-то где-то уснуть, в чем-то забыться, нажраться, наколоться, уснуть, уйти от этого. Почему? Ну, потому что ты в аду. Тебе не надо никуда попадать там в рай, в ад. Ты уже, голубчик, давно в аду, из которого выход только один. К Богу.